огурцы моем, ну а хвостики удалять не обязательно. Затем замачиваем их в холодной воде минимум на 2 часа. Если вы купили огурцы или давно сорвали, то лучше оставьте их в воде на ночь. Так они снова станут хрустящие и упругие. В пищевое ведро кладем 1 зонтик укропа, по 3 листа смородины, вишни и дуба. Дуб можно заменить виноградом или хреном. Крупно режем 3 зубчика чеснока и до половины заполняем огурцами. Затем дублируем укроп, листья, чеснок. Всыпаем примерно 10 душистого и около 30 черного перца. Кладем остальные огурцы и снова укроп, листья, чеснок. Готовим рассол. Из расчета на 1 литр воды комнатной температуры нам понадобится 50 грамм простой каменной соли. Хорошо размешиваем до полного растворения и заливаем так, чтобы рассол полностью покрыл огурцы и листья. Ставим под гнет и оставляем при комнатной температуре примерно на 5 дней. Пробуйте. Когда вас устроит вкус, достаем огурцы из рассола и тщательно промываем водой. Банки и крышки предварительно моем содой. В 3-литровую банку всыпаем 1 столовую ложку семян горчицы и плотно укладываем огурцы. Рассол доводим до кипения. Снимаем пенку, под банку кладем нож и заливаем кипящим рассолом доверху банки, чтобы не осталось воздуха. Закатываем, переворачиваем, но не укрываем и оставляем до полного остывания. Храним в любом удобном для вас месте, даже при комнатной температуре. Они отлично стоят. Это самые вкусные квашеные огурцы, которые я когда-либо пробовала. В меру соленые и невероятно хрустящие. Они обязательно вас покорят. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!